представляется нам в нашей юности. Волнующееся море – зрелостью и мужеством, а тихое спокойное озеро – старостью. Свет, а почему только старость? Да это все из-за чтения мудрых изречений великих людей. Еще Леонардо да Винчи говорил: «Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе ущерб, причиненный старостью». И поняв, что пищей старости является мудрость, действуй в юности так, чтобы старость не осталась без пищи. Да, извлекать полезность всегда нужно. Трудиться всегда и еще старательнее в юности, говорила Екатерина II. Кто не отключился в юности, того старость бывает скучна. О, эти изречения очень актуальны и сегодня, в наш 21 век. Хотя сегодня у нас совершенно другие возможности. Продолжат нашу встречу творческие студенты Бендерского медицинского колледжа. Медики 21 века. За вами наше будущее. Здоровья, дерзайте, творите и идите только вперед. Для вас выступает Стелла Столяр с песней «Желаем удачи».
бонусом. Да, и желаю каждому из нас удачи. Таким-то работникам можно доверить свой организм и его здоровье. Ведь они будут не только лечить, но и воздействовать на своих пациентов музыкальной терапией. Музыкальное сопровождение роста и развития весьма важно не только для человека, но и для растительного и животного мира. Да, я слышала, что каждое растение определенно лучше развивается, когда звучит его музыкальная любимая мелодия.